Предпринимателям Махачкалы поставлен ультиматум. Или предприятия сферы услуг закрывают двери для тех, кто не привит от ковида и работают с такой категорией только на вынос, или же администрация города принимает по отношению к нарушителям серьезные меры воздействия. Об этом заявил мэр города Салман Дадаев на встрече с бизнес-сообществом столицы Дагестана. Отсутствие нормальной эксплуатации со стороны техники пожарной безопасности, вот ГУЧС, мы проверку проводили, очень часто встречающиеся нарушения. Это является основанием для закрытия на 90 дней. Ненадлежащим образом оформлены технические условия. Даже если встроенное-пристроенное помещение, я его снести не смогу, я вам отрежу коммуникации. Уход от налогов, что является основанием для возбуждения уголовного дела. То есть перечень доступный. Мы всем этим инструментарием очень хорошо владеем. Мои сотрудники и юристы каждого управления, и особенности правового управления администрации, очень хорошо это все обкатало. И то, что мы это не применяем там широким спектром, это еще не значит, что это ваша заслуга, это наша или наша недоработка. Нет. Мы просто прекрасно понимаем, в какой ситуации сегодня находится бизнес. И душить экономику города никто не собирается. Но если только с вашей стороны не будет настоятельная просьба об этом. Вы понимаете, о чем я говорю. Все в ваших руках. Он отметил, что темпы распространения коронавируса снова начали расти, а многие точки бизнеса пренебрегают нормами безопасности. Не проверяют у посетителей наличие QR-кодов, не проводят замеры температуры и не оснащают входы в заведения средствами гигиены. Предприниматели со своей стороны обещали руководству города исправить ситуацию и не доводить мэрию до крайних мер воздействия.